Такой охранный комплекс для велосипеда, который легко и удобно монтируется в вилку велосипедную и работает в нескольких режимах. То есть он имеет GPS-модуль, GSM-модуль, передает данные по GPRS-каналу. Соответственно, для клиента это позволяет обеспечить охрану своего велосипеда. Затраты только на обслуживание своей сим-карты. Для удобства есть возможность подзарядки без демонтажа самой системы. Ну, то есть макетный вариант вставляется в вилку, велосипед, ну, полностью там плотно заходит он окончательно туда. А для подзарядки получается сам механизм выходит вверх и через отверстие происходит, через мини-USB происходит подзарядка. Ну, это у нас первый макетный вариант, который мы, в общем-то, запустили в пользование. GPS-антенна, мощный аккумулятор, GSM-модуль, слот для сим-карты. Какая стоимость этого продукта? Планируемая стоимость максимальной комплектации 200 тысяч. Я так понял, что расстояние, так как сим-карты, не влияет? Не влияет. То есть совершенно человек может быть совершенно в другом городе и получить информацию. Если брать максимальный режим трекер, то это до 3 суток без подзарядки. А если брать минимальный режим, это маяк, то обеспечивает до 1 года. Те системы, которые есть на рынке и предлагаются, они очень неудобны за счет длительного демонтажа, извлечения этой батарейки и потом постановка на зарядку, потом снова монтаж и так далее. Это неудобно, этим люди отказываются пользоваться. А здесь вариант легко просто провернулось, появился разъемчик для подзарядки, человек подключил к зарядке, время прошло, пользуемся дальше. Спасибо. Всего доброго вам. Спасибо. Если хотите познакомиться больше с данным продуктом, на нашем сайте bike.magnum.org.ua.